Клубы пыли на полях сельхозпредприятия в Харьковском районе не оседают до темноты. Надо успеть собрать урожай озимой пшеницы с 500 гектаров. На предприятии говорят, засушливая осень не позволила пшенице распуститься должным образом. Тем не менее, качественные удобрения, средства защиты растений и современная техника минимизируют потери урожая. Ну, уже видно, что мы соберем за 50 центнер на круг. Будем стараться больше, за потерями следим. Уборка продлится, я считаю, еще дней 5 рабочих. Все зависит от погоды. В прошлом году урожайность озимой пшеницы в среднем по району была также более 50 центнеров на гектар. В этом году планируется брать не меньше. Уже убрано 30% площадей. У нас в наличии 54 комбайна. Практически это обновленный парк. Как видите, это джендери, кейсы, классы. В связи с этим у нас уборка идет слаженно. В этом году сбор урожая ранних зерновых планируется с площади почти 16 тысяч гектаров. Наши аграрии уже научились и сеять, и убирать, и выращивать, и работают на прекрасной технике. Каждый год идет обновление, каждый год наши аграрии получают новую технику. Средняя зарплата в хозяйствах района более 7 тысяч гривен. Павел Велицкий, медиагруппа «Объектив».